В Алматинской области из-за камнепада закрыли автодороги, ведущие на Тургеневское ущелье и озеро Исык. По словам специалистов, его спровоцировали обильные дожди. Сейчас там ведутся работы по расчистке и восстановлению дорожного полотна. Для любителей активного отдыха доступны только 4 километра от экопоста Исык и 15 километров от Тургеневского экологического пункта. Популярные малые и большие водопады и само озеро Исык в целях безопасности откроются только после 15 апреля. Спасатели просят туристов воздержаться от похода в горную местность.